Ребята, всем привет! Сейчас будем играть на трассе Hellride. Выбираем машину нашу любимую, в принципе. Класс B у нас. Идет загрузка трассы. Мы видим, что она довольно интересная, такая цирковая трасса, можно так назвать ее. Много разных круговых поворотов. Жесткий поворот под высотой мы видим. И видите такой череп на старте данной трассы. Мы стартуем на 13-й позиции, весьма неплохая позиция, и погнали. Жестко, жестко. Угу. Даже так, да? Ни с того ни с сего они решили, надо что друг друга сбивать. Ох, тут лобовух будет. Я по внешнему радиусу прохожу, чтобы поменьше в аварии попасть. Ну а чё б не сбить мне его тоже. Жесткая трасса, конечно. Аварии здесь немерено будет проходить. Угу. Пишется, что я каким-то чудом сейчас на первом месте. И у меня лучший круг. И через огненное кольцо пролетаем. Прикольно. Только больше мы так не будем кататься. И мы видим, что даже кого-то соперника сейчас догоняем. А все остальные машины заезжают только на круг. Подбиваем его. Я думаю, что многие гонщики не доиграют до конца этой гонки. Мы заезжаем на круг. Газуем, пока у нас нету конкурентов. Так, они уже начинают гонять. Я его ударил. Эта трасса мне очень пока не понравилась. И сейчас неожиданность будет у нас. Так, хорошо, мы тут пролетели. И заходим на круг, притормаживаем. Мы пока не тут одни, видим, что конкурентов нету. И можно спокойно проезжать. Вот сейчас может быть авария. Нету аварии, отлично, сейчас может быть авария. Мне реально пока не очень сильно везет. Притормаживаем, а я не притормозил. Ну, все же отлично, круг проходим. Снова идем на второй круг. Через огненное кольцо я не хочу, у меня машина убитая. А, все, завершили. Итак, первое место. Мне очень понравилась данная трасса. Я тут много чего открыл, у нас видно. Спортивный выпуск, коллектор А, спортивный распредел А и 1810 кредитов. До новых выпусков, друзья. Пока.